У меня жировой гепатоз, проблемы с желчным, кисты в левой почке, постоянные вздутия, жидкий стул. Я приложила повязку с микросферами на область печени на 30 минут и живот на 30 минут в первый день использования и почувствовала движение в желчном. Так за 1 час использования микросфер состояние улучшилось, и еще живот опал совсем. Боль исчезла, стул стал структурированным, сплю хорошо, сон глубокий. Просыпаюсь в 5 утра, бодрая. За 8 дней у мужа исчез кашель. Был непонятный, сухой много лет. Раньше 2-3 ночных подъема в туалет было. Теперь ночью спим, а не бегаем в туалет. Напряжение, раздражение уходит минут за 20. Спасибо большое, Юрий Андреевич, я уже была в полном отчаянии. Но теперь чувствую себя хорошо. Мне помогли микросферы, и я продолжаю их использовать. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео опять новое про микросферы. Я обещал, что будут еще видео, поскольку люди после покупки и пользования пишут свои отзывы. Вот сегодня вы услышите некоторые из них. Поверьте, стоит того их послушать вам. Ну и для новых зрителей, кто не в теме, что это за микросферы, что за технологии, я скажу об этом чуть дальше. Скажем, после пары отзывов. Это пояснение будет 1,5 минуты. Ну а теперь послушайте первую историю. Что вам интересно, веселую историю? Это прям новинка. Это вчера прилетела от сестры от моей. Значит, она своему бывшему мужу, зная, что у него проблема с коленом, купила универсальную повязку, чтобы он ее мог одевать хоть куда. Принеся ему, он ей сказал, говорит, нафига ты мне эту фигню принесла? Она говорит, Миша, ты попробуй, значит, все. Ты мнительная. И сын тут встает в их разговор и говорит, пап, как мнительная? Если она стала пользоваться за 2 недели, у нее прошло заболевание, с которым она мучилась 9 месяцев. Он согласился, забрал эту повязку. Значит, первый день он ее приложил на 10 минут, как они там на 15 минут порекомендовала. На второй день он приложил на 30 минут. Звонит и говорит. Она говорит, я не ожидала, что он мне позвонит. Аня, мне помогло. Купи мне капсулу. Я ногу раньше с кровати снимал руками. Сейчас, говорит, она у меня сгибается нога до задницы. За 2 раза. И говорит, мне все это фигня не нужна, мы как будем лечиться всей семьей. В общем, мне нужна капсула. Вот так. Ну а теперь я предлагаю послушать второй сюжет. Мама в тапках спит 1,5 месяца. Именно спит каждую ночь. На них не ходит. Через месяц у нее стала возвращаться постепенно память. Она стала говорить предложениями. Она стала задавать вопросы предложения. Допустим, Аня, ты так много работаешь, у тебя так много клиентов, ты, наверное, устаешь. Для нее было это, конечно, шок. Это моя сестра родная, она с ней напрямую общается. А я далеко от мамы. А после этого дальше, спустя неделю, у нее прошел триммер. Триммеру было очень много лет, она ломала руку, рука тряслась очень сильно и некрасиво, сами знаете, как это. И тут это прекратилось. Спит она сейчас в тапках уже 1,5 месяца, чуть больше, может быть. Она спрашивала меня о тех вещах, которые уже прошли много лет назад. Все, для меня это большой показатель, и мне не нужно уже каких-то рассказов со стороны по поводу вот этой всей продукции. Я сама пользуюсь, я очень люблю капсулы, я в ней сплю. Если мы спим с мужем, мы используем как матрас. Вот, теперь купили сейчас капсулу родителям. Ну что, дорогие товарищи, впечатляет вас? Поверьте, таких отзывов мне приходят сотни. Да, приобрести микросферы вы можете по ссылке под этим видео. Будет ссылка на наш сайт, где вы сможете их приобрести, посмотреть, выбрать, какие и купить. Отправляем в любые точки России и любые страны мира. А теперь для тех, кто не в теме, сюжет, что это за микросферы. Еще в советские времена были разработаны и созданы эти микросферы, изначально для ожоговых центров. Это полые внутри сферы из натриево боросиликатного стекла, но теперь, спустя годы, созданы уже новейшие технологии. Изделия лучше прежних, и эти новые изделия мы продаем, ссылка, как их купить, если захотите, будет под этим видео. Так вот, новые изделия уже с покрытием аморфным диоксидом кремния. В СССР были созданы матрасы с этими микросферами, на которые клали пациентов после операции для реабилитации. И человек погружался как бы в невесомость.
как в воду. То есть давления на кожу почти не было, и люди быстро поправлялись. Но в процессе эксплуатации были обнаружены и иные лечебные эффекты, которые никто не ожидал, которые изучают до сих пор. Одно из известных свойств этих микросфер – способность отражать инфракрасное тепло человеческого тела в него же. И это отражение способствует не только прогреву ткани тела и лучшей циркуляции крови, но и иным эффектам и свойствам. У меня на канале вышло уже 4 видео об этих изделиях с микросферами. Скажу только, что про лечебные свойства изделий подробнее смотрите в первом фильме. Ссылку я на него дам под этим видео. Также хочу вам сказать, что под этим видео, как и под первыми 4, я оставлял ссылку на папку, в которой есть все сертификаты, включая медицинские, историю создания и иные документы. Это я говорю тем, кому будет интересно. Оставлю ссылку на эту папку я и под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь перед тем, как сюжет поставить вам видео-отзыв третий, а там женщина про 2 интересных случая рассказывает. Про свою маму и про собачку мопса. Да, потому что микросферы можно и для животных применять. И животные не люди, плацебо у них не бывает. Так что вот послушайте. Я распечатал, как всегда я это делаю, в ответах на вопросы такие вот листочки, бумажки. И вот теперь я буду зачитывать вам. Первое. Сегодня, 4 июля, в момент записи, мне мой помощник, который соцсетями занимается, из какой-то соцсети прислал мне следующий отзыв. Элеонора пишет. Добрый день. Я купил универсальную повязку с микросферами неделю назад. Я на веганском питании уже 7 лет. Здоровье было убито антибиотиками и лечением от паразитов декарисом. Вот прям не могу не высказать. Дорогие друзья, вот сколько я уже лет назад, более 7, выпустил видео по паразитам. Прям вот я покажу вам здесь. Я четко сказал, что вермокс, декарис и другие, пирантеллы и прочие, и другие препараты, причем они были созданы не от всех паразитов, а только от конкретных. Так вот эти препараты, оказалось, годы спустя вызывают рак крови, рак печени, другие проблемы со здоровьем. Это все очень серьезно. Поэтому тему паразита, вот это видео изучите. Антипаразитарная программа, безопасная и очень эффективная. Тоже ссылку я оставлю под этим видео. Так вот, вот почему? Вот вы мои видео, значит, не смотрели? Или люди все думают, ну-ну. У меня жировой гепатоз, проблемы с желчным, кисты в левой почке. Это очень плохо. Переболела в феврале коронавирусом, лечили искусственными гормонами, подавляли иммунитет. У меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Желудочно-кишечный тракт работал ужасно. Постоянные вздутия, жидкий стул, начались боли в кишечнике, слабость. Нарушение сна, есть могла только зелень и сырые овощи. Лечебные травы и пробиотики расторопша помогали временно. Какие-то общие нарушения организма были. Я приложила повязку с микросферами на область печени на 30 минут и живот на 30 минут в первый день использования и почувствовала движение в желчном. Потом живот стал опадать. Так за 1 час использования микросфер состояние улучшилось и еще на 30 минут после использования живот опал совсем. Боль исчезла и у меня появилось желание поесть. Ночь спала с повязкой, заснула быстро и спала глубоко до утра. Первые 5 дней использования часто спала даже днем. Были небольшие обострения, но все проходило, теперь живот не беспокоит. Стул стал структурированным, сплю хорошо, сон глубокий. Просыпаюсь в 5 утра бодрая. Спасибо большое, Юрий Андреевич, я уже была в полном отчаянии, но теперь чувствую себя хорошо. Мне помогли микросферы. И я продолжаю их использовать. Ну, то есть изделия с микросферами. Пару моментов. Дорогие друзья, значит, никто не знает, каким образом точно, доподлинно работают микросферы в плане вот таких эффектов, когда болезни проходят иногда сразу какие-то изменения, когда-то за неделю, месяц, два, те, что за годы не могли пройти. При любом лечении. Так вот, таких случаев 1000 уже. Есть официальное медицинское понимание, как работают они в плане отдачи, о чем была речь уже в сюжете, инфракрасного тепла обратно в организм, в тело человека. Но я подозреваю, поскольку утверждать это точно не могу, скорее всего, здесь происходит следующее. Дело в том, что все организмы наши и строятся, создаются, и клетки меняются, потому что они живут не вечно, а меняются, по определенной программе. Программа заложена в человеке точно на здоровье. Это что-то свыше, это есть некая матрица. Понятно, что болезни мы приобретаем неправильным питанием, образом жизни. Много причин есть. Но вот что делают микросферы, исходя из того, что происходит? Единственное обоснование, как это происходит. Не только тепловой эффект идет, и как следствие усиления микроциркуляции в крови, в подкожных слоях этих групп тканей, органов, да,
где повязки или там подушки приложены и другие изделия. Но тут еще другое. Вероятно, идет отдача вот этой программы. Она начинает работать активнее. Та, которая заложена в нас. Другого варианта и обоснования здесь просто нет. Впрочем, об этом я рассуждал и говорил в других видео прошлых. Ссылки на все эти видео, их, по-моему, 5 или 6 уже вышло, я оставлю под этим видео, будет интересно, посмотрите. Ну а теперь третий видеосюжет. Сначала про маму, а потом эта женщина рассказывает про собачку мопса. Слушайте. Меня зовут Татьяна, я из Москвы. У мамы поставлен диагноз коксартроз третьей степени. Вот, она сейчас проходит реабилитацию в центре Волковой, в центре Агулова. Но параллельно мы купили ей изделие с микросферами. У нее сидушка для машины, она ее как в машине использует, так использует ее, она спит на ней. У нее подушка, у нее шлем, очки, тапочки и универсальная повязка. Вот повязку она носит на больном бедре, либо на эту ногу привязывает, где у нее болеть она начинает. Значит, и происходит таким образом. Она это все на себя одела, легла и уснула. Значит, и проснулась уже тогда, когда там либо прибор закончил работать, либо утро настало. И еще побочным эффектом, я считаю, она говорит, она раньше после смерти папы не могла засыпать без телевизора. То есть она его включала и под него засыпала. А сейчас она говорит, у меня такое отвращение к телевизору. Просто. Она говорит, я не могу, меня, говорит, все раздражает. И говорит, я могу какой-то совсем-совсем вот легенький сериальчик где-то там, вот, ну, чтобы вот одной не казаться, посмотреть. А так, говорит, вот нет, категорически не хочу просто вот смотреть ничего. Но вот этого. Поэтому, в общем, и она на ночь легла, уснула, утром проснулась. В туалет мы ходим только перед сном и после сна. Мы некоторое время тому назад, приблизительно неделю-полторы, взяли для собаки моей сестры, для мопсика, которому уже больше 11 лет, он старенький совсем, он спинальник, он уже не ходит, и сам в туалет он не ходит. Его приходится ежедневно ему мочу скачивать специальными надавливаниями на мочевой пузырь. Ему ей показал врач, естественно, ветеринар это. Вот. И, соответственно, с собакой может справиться только она. То есть полторы недели тому назад мы взяли на стульчик, как это называется, специально взяли для вот этого мопсика. За это время он начал ходить в туалет. Он не стал ходить самостоятельно, но она его скачивает. Она приезжает в течение дня, полный памперс у него. Он прекрасно спит под подушкой. То есть если раньше он жаловался, он был недоволен тем, что... У него все болит, и это видно по нему, и он жалуется, и его, понятное дело, что жалко. Когда мы его накрываем этой сидушкой, он успокаивается, он засыпает, он становится спокойный, при этом он требует много воды, он хорошо кушает, он сейчас стал хорошо ходить в туалет. Он еще пока что не пошел, но мы на это надеемся. Интересным моментом стало то, что когда она его вот буквально вчера-позавчера понесла в ванну, она ему так мочу там скачивает вечером, он ее грызанул. То есть собака ожила, она стала реагировать, и она как бы даже слегка помолодела. Но под этим он 100% спит прекрасно, и мы очень рады, довольны. Но как интересно, а я говорил, таких писем на самом деле и отзывов в видео приходят сотни. И вот последнее на сегодня, чтобы ролик длинным не был, я зачитаю письмо Веры Васильевны. Вот она написала его на нашем сайте nadgard.ru в разделе «Отзывы». Там эти три письма ее вы можете прочесть. Значит, они датированы так, там первое, а последняя недели через две после первого. Первое письмо. Четвертый день использую тапочки, шапку, очки. Первые два облачения, секунд на 30 в начале, вызывали ощущение головной боли. Далее умиротворение и расслабление. Очень приятное состояние. Погружаюсь в сон яркий, светлый. В ногах ощущение влажности. В реалии они не влажные. То есть ощущение такое. Такое же ощущение у мужа. А у него конъюнктура. Дюпюитрена. Так он на руки тапочки надевает. Не очень удобно. Но рукавиц нет. Есть теперь рукавицы. Уже есть. Вот они. И знаете, работает. Мягче становится. Я, в принципе, не люблю головные уборы, но этот шлем, в нем очень комфортно и совсем не жарко, спишь как младенец всю ночь. Буду наблюдать далее,
Очень интересно. Я все фиксирую фотографиями. Напишу изменения через 2 недели и через месяц. Кстати, напишите, пришлите фотографию, пришлите видеоотчет, я вас очень прошу. Нам, через сайт, через обратную связь. У почту я оставлю в описании. Рекомендую эту продукцию. Вот бы в капсулу хоть разок попасть. Думаю, это вообще нечто сказочное. Да, абсолютно, это все люди замечают. Ну, воздействие идет круговое, общее. Второе ее письмо. Сделала еще заказ. Тапочки пришлось подарить, просто человеку нужнее. За шапкой и очками стоим в очередь. Всей семье нравится в них спать. Оно, члены семьи стоят в очередь, понятно? За 8 дней у мужа исчез кашель. Был непонятный, сухой много лет. Вы понимаете, насколько это сильно? Это очень сильно. Раньше 2-3 ночных подъема в туалет было, теперь один. В теле появилась легкость. Еще не юношеская, но очень заметная, и об этом тоже очень многие люди говорят. Сегодня проснулась с началом цистита, перекупалась. Положила на сиденье в машине универсальную повязку. Ну, прям на нее люди садятся, все правильно. Очень стоящая вещь. 1,5 часа за рулем и все хорошо. Наблюдаем дальше. Третье письмо. Прошло 2 недели с тех пор, как мы начали пользоваться изделиями из микросфер. За это время я получила еще одну посылку. Да заказала воротник. Очень удобная вещь. И тапочки. И еще повязку на глаза. И сейчас буду заказывать еще, что не хватило. Все перепробовав, у нас хотят себе. Мои наблюдения. Первое. Все лучше работает, но, видимо, в организме, при наличии тапочек, даже если голова болит. Второе. Напряжение, раздражение уходит минут за 20, в скобках. Чаще все засыпают минут за 40-50. Наступает спокойствие. Третье. Очень хорошо работает, в скобках, по моим наблюдениям, минимально, что нужно иметь, это тапочки и повязка на глаза. Четвертое. Очень прибавилось сил. Планы, как в 25 лет. Седина еще есть, но значительно сократилась. Вот это отмечают очень многие люди, кто использует, не ленится, особенно шапки. Особенно шапки. Ну и кто на подушке, ну там в меньшей степени. Шапки, да, конечно. Кстати, по выпадению волос, у меня недавно было видео. Вот, чтобы они перестали упадать и новые росли. Непременно посмотрите. Очень ценные комплексные меры, которые гарантируют на 100%, что прекратится выпадение волос и новые начнут расти. Далее. Шея очень хорошо поворачивается. От гимнастики получаю сплошное удовольствие. Ночью спим, а не бегаем в туалет. То есть вообще прекратились ночные позывы, что говорит о ясно о чем, что если женщина цистит уходит, если мужчина простатит, аденома. Это очень многие замечают. Ну и пятое, что конъюнктура Дюпюитрена мягче. Так, ну, пожалуй, все, иначе я хотел и другие еще видео поставить, но будет долго. Многие люди не посмотрят, ленятся длинные смотреть. В другие следующие видео поставлю иные сюжеты. Ну, напишите, хотите другие видео еще посмотреть? Больше отзывов от людей, вот, которые также начали пользоваться, вот как вы или там как вы, может быть, будете, и присылают свои отзывы. Напомню, что в моей семье, ну, у членов семьи, их родственников тоже есть прекрасные изменения. Там, то есть, связанные с суставами прекратили болеть, там, ну и так далее. То есть там много интересных вещей, наблюдений. Об этом отдельное видео я тоже сделаю потом. Ну и напомню в конце еще раз, что все то, о чем идет речь, шла речь. Другие изделия, их очень много разных, с микросферами, вы можете купить, зайдя по ссылке под этим видео, прямо на наш сайт, и делайте заказ, оформляйте, смотрите, какие есть изделия, посмотрите, может, другие товары, продукты, приборы для воды, может быть, вас заинтересуют на нашем сайте. Сделав заказ, вы можете его получить в любой точке России, мы отправляем транспортными компаниями, и в других, практически любых странах мира. Кто боится, что из-за границы он не сможет оплатить, не волнуйтесь, эта проблема решена. Вот не забивайте, сейчас только себе голову объяснять не буду. Долго, опять-таки, каждая секунда в ролике плюсом играет в минус просмотру ролика. Поэтому просто сказал сейчас, чтобы вы не волновались, что эта проблема решена. Как? Оформляйте заказ, с вами в любом случае до оплаты свяжутся. Так что вы не сразу будете оплачивать и разъяснение получите. Ну а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья и до новых встреч.